Я уже второй раз в этом году вижу подобную картину. Вот это вот Нива мне встретилась весной вот по такой дороге. И сейчас осенью. Там просто мастер-класс водитель. Вот тот подъем точно такой же, как и вот эта вот дорога, по которой она сейчас проехала. Я просто поражен. А, о чем я? Я вообще последний раз был здесь в мае, весной, то есть удалось найти несколько чешуек серебряных. После этого дождей не было. Соответственно, в этом грунте что-то было ковырять практически невозможно. Наконец-то дорогу размыло, расхлябило, и есть возможность поискать серебришко, чем я сейчас и займусь. Итак, вот лужа, от которой я отошел. И сегодня я буду показывать только самые интересные находки, типа советские копеечки и прочее я показывать не буду. Вот весной я проходил это место. Оно было настолько бетонным, что невозможно было воткнуть лопату. Теперь это возможно, и вот результат. Замочек. Медный, зеленый, почти что целый. Да, удивительно, но факт. В такую отвратительную погоду можно найти то, что невозможно было найти в нормальную погоду. Медная зеленая пуговка. Вот так вот. Сейчас я попробую чуть-чуть помыть. Вдруг там что-нибудь интересное есть. Нет, нет. Самое обычное. Но сильно зеленое. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Ну вот и солнышко немножечко вылезло. Вот здесь вот пролетела такая снежная туча классная. И я решил снять вот в этой колее глубокой вот такой вот сигнальчик. Это может быть как фольга, так и... Сейчас посмотрим. Я, конечно, обещал не снимать советские монетки, но советское золото я люблю. 2 копейки 39 года. Как всегда в идеальном состоянии. Могли же делать. Вернулся я к тому месту, с которого начал, потому что, скорее всего, колея в течение ее жизни блуждала. И шел я вначале вверх вот по этой части, вернулся по этой части. Результат, в общем-то, можно сказать, никакой. Сейчас я смещусь немножечко вот сюда и посмотрю, в какую же сторону уходила колея. Я прошел буквально 10 метров, сместившись на метр по колее. И... А это оказалось вот такая в хлам изъеденная монетка. 1840. Вот так вот. Вот что грунт дорожный делает с монеткой. Но все равно интересная находочка. Ха. Пойдет. Вот это точки. Значит, первый раз в этом направлении, точнее в том направлении, здесь попалась пуговка. И сместившись на метр от клеи, к сожалению, отпечатка не получилось. Ё-моё. По-моему, это советская монетка. Сейчас я ее попробую отмыть. Жаль. Но это действительно советская монетка. Вот
такой вот интересный спорный сигнальчик. Вот рядом с такой глубочайшей высечкой старой колеи. Сейчас посмотрим. А этим спорным сигнальчиком оказались 3 копейки 46-го года. Как всегда, в замечательном состоянии. Ах, подсохло сразу, потемнело. Такая была блестючая, когда я ее протер. Красавица. Советское золото. В 5-м проходе я сместился уже примерно на 2 метра и... Спорный сигнальчик. Погодка просто супер. И этим спорным сигнальчиком оказалась полушка 1735 год. Здесь все монетки на этой дороге мне попадались как будто отмоченные и отмытые. Только немножечко водичка раз, и вот такая вот сразу чистенькая. Повезло ей тут с грунтом лежать-то. Ха, с 1700 года. Ха, интересно. Всего лишь 5 метров разделяют эти интересные сигнальчики. Такой же спорный. Копаю. И этим спорным сигнальчиком, как мне кажется, оказались 2 копейки. В хлам истоптанные. Просто вот такой вот тонюсенький блинчик. Ничего не осталось от монетки. Только с одной стороны просматривается. Пока сырая. Ладно, пойдет. Итак, нарисовался еще один спорный сигнальчик. А этим спорным сигнальчиком оказалась вот такая вот монетка, но довольно-таки лысенькая. Но чистенькая и симпатичная. Повезло ей тут. В такой-то грязюке. Не сильно съела. Удачно здесь в обочине промяли траву. Иначе я не смог бы пройти. Весной я всю колею здесь туда-сюда прошмыркал. Очередной спорный сигнальчик. Вот с такой глубины. Вот такая вот, наверное, пряжечка. Интересно. Узорчик вот просматривается в нижней части. Хм. Прям все никакие интересные находки. Замочек, пуговица, пряжка. Но монетки, понятное дело. Интересно. Все, копательное время подходит к концу. Выкапывал я, значит, фольгушечку. А это оказалось не фольгушечка, а 5 копеек 1898 года. Так, не вижу. Вот такая вот серебряная монетка. Все-таки попалась. Хотелось бы, конечно, более красивую, старшую, но ладно. И такая интересная. Так всегда бывает. Идешь к машине и вдруг... Ох, какой! Всем любителям отпечатков посвящается. Ай! Развалился комочек. Ай, сейчас мы ее... Ай. Оп! О! Вся картинка осталась на кирпиче. 1738 год. Кажется, просматривается. И это... В этом году я здесь столько деньги выкопал. Деньга, конечно.
1700... Не вижу. Ну ладно, деньга как деньга. Жалко. Да. Хорошая картинка была. Ну ладно. И это несмотря на то, что я раз пять. Я даже не знаю, как, который раз я сейчас прохожу. Вот это вот клею. Да. Пойдет.